Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Подумай-ка. Еще раз. Вы чего? Думаете своей башкой? Нас отсчитывает дуэт дебилов. Вы вдвоем вряд ли сработаетесь. И вам ведь нужна наша помощь, мальчишки. Главное, не мешайте, иначе вам хана. Да вы совсем спятили? Но ты придурок! Ты чем вообще думал? Что? Его нужно было поймать, а не избивать до полусмерти, дебила кусок! Почему нам тебя пришлось от него оттаскивать? Ты же надзиратель! Совсем рехнулся? Ты нам только проблем доставил. Я лишь слегка его ударил, успокойтесь. Да его оттуда чуть ли не соскребали! Ты на 15-м вообще живого места не оставил. Все кости ему переломал. А еще по лицу 7-8 раз ударил. Плюс пару ударов в живот, не так уж и слегка ты его побил. Он до сих пор в критическом состоянии. Ты испортил весь турнир, так что отвечать за это тоже тебе. Что? А почему это только мне? Заткнись! После того, как ты его отмудохал, из-за тебя все на нервах! Почему? Думаешь, что хоть кто-то смог бы есть после того, как увидел, как ты превратил парня в фарш? Это должен был быть замечательный, изысканный пир в честь окончания турнира, а все сидели с рожами, как на поминках. Ты хоть видел лицо повара из 13-го корпуса? У меня душа в пятки ушла. Да, он выглядел довольно грустным. Грустным, говоришь? Да и говорить с крикливой обезьяной и накрашенным петухом уже надоело. Ты зептюлей, что ли, захотел, Гэрил, ты неотёсанный? Приказываю отстранить надзирателя Хаджимасу Гуроку от работы на срок в 3 дня! Ты только не унывай! После того, что ты натворил, я знал, что тебя каким-то образом накажут. Но это всего лишь на 3 дня. Она сделала для тебя поблажку. Это решение явно было сделано в спешке. Может, тебя потом еще накажут. Хотя для такого трудоголика, как ты, даже 3 дня — это жесткач. Надзиратель! Прости, Хаджимасу Гороку.